Женский гардероб – это множество вещей. Нам, женщина, к сожалению, в отличие от мужчин, нужно и это, и то, и другое. Вы сами с нами, девчонки. Сегодняшняя речь пойдет, сегодняшнее видео будет о юбке-карандаше. Тренды. Какие юбки-карандаши модны 2019-2020, осень-зима? Что в нашем женском гардеробе самое важное? Какая базовая вещь? Какая самая важная? Это юбка. Юбка-карандаша есть, мне кажется, у каждой женщины. Буквально в каждом гардеробе. Чем она классна? Она может превращаться от делового до вечернего стиля, смотря с чем мы комбинируем и с какой обувью мы носим. И сегодня об этом речь. С какой фигурой кому подходит? Какие юбки-карандаши, из какого материала, какой длины и какие вообще сейчас актуальны юбки-карандаши. Кристиан Диор в 40-х годах придумал нам такую палочку-выручалочку, как юбка-карандаш. Для чего он этого сделал, Кристиан Диор? Для того, чтобы женщина выглядела еще стройнее, конечно, элегантнее и женственно и секси. Чем еще классно юбка-карандаш? Что вы покупаете одну юбку, ну, две юбки, скажем. Мы же женщины, нам нужно две хотя бы. Вот, а создаете много-много вариантов. Из двух, с помощью вашей блузки, вашего топа, шорт и у вас уже несколько вариантов. Вы экономите при таком базовой покупке, как юбка-карандаш. Сначала я хочу показать, какую я в распродаже купила через интернет-магазин Yox юбку от фирмы, одной из моих любимых фирм итальянских, Пичионе. У меня есть платье, сарафанчик от него. Я была вообще поражена. Оценили просто фантастически. А так как сегодня наше видео посвящено юбке-карандашу, как раз я покажу, какую юбку-карандаш я купила. Я сейчас совмещаю свои покупки вместе с определенными темами. В этот раз у нас тема, как я вам уже говорила, это юбка-карандаш 2019-2020. Кому что подходит, кому какой фигуре, какие юбки подходят, с чем уж носить. Вообще, я хочу сказать, что юбка-карандаш уникальна, и она вечна, вот. И чем она хороша? Она подходит практически любой фигуре, это первое. Она всегда модна. Просто я хочу сейчас немножечко, конечно, изменяется, новые дополнения появляются и все такое. Рассказать вам коротко и показать подборку образов, с чем можно носить, как можно носить и с какой фигурой можно носить. Какую юбку? Хочу сейчас немножко поговорить о юбке-карандаше, для какой фигуры, какая юбка-карандаш подходит. Юбка-карандаш – это повторение нашей фигуры. То есть это, считай, она должна сидеть как влитая, абсолютно повторяет нашу линию бедер, талии и наших ножек и так далее. И при выборе такой юбки можно запросто испортить. С одной стороны, она очень уникальная, с другой стороны, можно запросто, если неправильно подобрать юбку-карандаш, можно испортить вашу фигуру, которая очень хороша, а даже самую хорошую фигуру можно неправильной юбкой, неправильной вещью испортить. Итак, какая же юбка-карандаш подходит для какой фигуры? You, let you know.
фигура типа груши, еще его называют треугольником. Это очень выраженные бедра, тонкая талия, узкие плечи. И получается так, что верхняя часть у нас очень хрупкая, а к низу, чем больше к низу, она более объемная. Получается перевес, как бы. При выборе юбки наша задача пропорции сделать более благородными, более не такие контрастными. То есть удлинить ноги, в основном женщины это не очень высокие, и акцент делать более на талию и меньше на бедра. Какая же юбка подойдет к такой фигуре? Та, которая не суживается к низу, не очень много карманов. Карманы еще больше привлекают внимание. Или какие-то отделки очень яркие, или какие-то слишком уж экстравагантные отделки привлекают больше внимания к бедрам. Юбка, фигура, песочные часы. Обладательницы фигур, песочные часы, счастливейшие женщины на свете. У них все идеально. У них плечи и бедра примерно на одном уровне, с тонкая талия. Им подойдет юбки-карандаши, прямые, которые облегают их бедра в нескольких вариантах, не только в одном или в двух, а в многих вариантах юбок-карандашей. Потому что юбка-карандаш, вы потом увидите на примерах, существует в различных абсолютно вариантах. Поэтому обладающие песочные часы, у кого плечики и бедра на одном уровне и тонкая талия, они для них как создана эта юбочка. Фигура перевернутый треугольник, это фау. Это у нас очень, можно сказать, мальчишеский, мужской тип фигуры. Красивые длинные ноги, широкие очень плечи, нет живота, но талия мальчишеская, не выражена очень сильно. В этом случае наша задача придать объем бедрам и отвлечь от верхней тяжелой части мальчишеского типа фигуры. Фигуры, в принципе, не совсем удачно для выбора юбки-карандаша. Лучше подходит для такой фигуры. Это юбки трапеции или колокольчиком. Выбирайте пестрый принт или горизонтальные полоски. Дойдут также яркие цветочные мотивы. Тем более яркие цветочные мотивы сейчас у нас очень в тренде, очень популярны. Так что мы и модно будем выглядеть и в то же время скрывать ненужные места. Можно более экстравагантные модели юбок выбирать, потому что тогда акцент идет на больше на ноги и нижнюю часть, а не на верхнюю часть. Мы отвлекаем свое внимание. Самая сложная задача у нас это подобрать юбку-карандаш для фигуры типа яблоко, потому что у нас очень выраженный животик, у нас широкая талия и очень узкие ножки, худенькие ножки, и попы практически у нас ее нету, можно так сказать, плоская. Да, выделить талию хоть немножко, скрыть животик и подчеркнуть красивые стройные ноги. Такие фигуры подойдет юбки, завышенная талия. Они скрывают наши ненужные места животика и талии. И носить юбку или до колена, или чуть выше колена. Потому что все внимание должно концентрироваться на ваших ногах. Материал в основном выбирать плотный и не очень светлые тона. Лучше темные тона. Фигура прямоугольник. Плечи и бедра на одном уровне. Талия плохо выражена. Попочки у нас практически нету. И такая фигура, ну, типа мальчишеская фигура. Какая у нас задача? Чтобы сделать из прямоугольника женственную фигуру. Скрыть угловатость и не подчеркивать талию, не уделять внимания талии, потому что талия не, ярко не выражена. Это наша задача при приобретении юбки-карандаша. Какие же юбки подходят? Идеальные юбки для таких фигур – это суженные к низу и чуть-чуть облегающие бедра.
обязательно нельзя уделять внимание талии, не обращать на делать так, чтобы она была незаметна. То есть категорически не советуется одевать пояса и подчеркивать талию. Из каких же тканей лучше всего тоже покупать юбки-карандаши для таких фигур? Это из, например, из драпа, из шерсти, из толстого шелка, плотного шелка, вельвета. Кстати, джинс сейчас, плотный джинс очень моден. Также кожа тоже. Вот прекрасно смотреться. Выбираем лучший вариант для своей фигуры. Юбка-карандаш миди сделает вашу фигуру, вытянет более стройно, кажется, более визуально высокой. На такие модели, вот именно миди, подходят женщины, у которых пышные формы и чуть полнее. Не только юбки-карандаш подходит женщинам, девушкам с идеальной фигурой, а также можно подобрать полноватым женщинам и скрыть их проблемные зоны с помощью юбки-карандаша. Например, если юбки-карандаш с баской. Для более полных женщин или не с идеальной фигурой лучше подходит материал юбки-карандаша из более плотной ткани. Они удерживают форму и не обвисают. С чем же комбинировать юбки-карандаши? Очень романтическое предложение предлагают дизайнеры и стилисты. Это кожаная юбка и верх из кружева. Женственно, красиво. Конечно, не надо забывать о самом актуальном тренде этого года, этого сезона. Херпст, осень-зима, перешла на немецкий. 2019-2020 – это кожаные юбки. Говорила, что викторианский стиль у нас продолжается быть моден, актуален, и верх можно запросто выбрать для комбинации с юбкой-карандашом. Это, например, кожаная юбочка и рукава буфы. Это просто отлично вписывается. А также очень красиво вписывается. Сейчас у нас очень модные банты. Блузка с бантом или широкими очень рукавами. И, опять же, прямая миди-юбка-карандаш. Это великолепная комбинация. Не бойтесь покупать юбку-карандаш из кожи и носить как бизнес-лук. Она прекрасно подойдет с рубашкой белой, с пиджаками. Она прекрасно сочетается. Чем она уникальна, смотря только от фасона модели и от, конечно, качества кожи. Можно носить и как в вечернем варианте, и также точно как бизнес-лук. В моде также очень модно ретро. У нас сейчас очень тоже разворотился ретро-лук, то есть в стиле 80-х, 90-х годов, джинсовые юбки. Они, особенно деним, сейчас очень моден. Чем хороши такие юбки, их можно носить и как зимой, и как весной, и летом. Они уникальны. Они могут быть как мини, миди и даже макси. Стиль викторианской эпохи, то есть кружево, гипюр, у нас дальше продолжается, еще очень даже популярно и на пике еще находится моды в тренде, поэтому она создает уже вечерний более вариант, смотря какая модель, если полностью с кружева, это больше уже вечерний вариант. Юбка-карандаш из кружева или гипюры надо носить только на каблуке.
Это может быть, если вы не можете себе позволить, например, я ношу более такой небольшой каблучок, но все-таки должен быть каблук. Иначе теряется совершенно эта элегантность, эта женственность. Единственное, что я вот несколько раз уже видела в городе у нас, в Берлине, девочки помоложе, которые носили с бойцовскими сапогами, с розочками, еще сейчас очень модно. И это сочетание, они, эти юбки были в основном длинные, но они были, опять же, не юбки-карандаши, они были более с колокольчиком. Тогда очень классно смотрится, но юбка-карандаш из кружева и без каблука – это все-таки не то. Мы перейдем, какие же юбки актуальны в 2019-2020 году. Самое актуальное – это юбка с запахом. Она может так, как с маленьким совершенно запахом быть, а также или разрезом чуть не до бедра. Все возможно, смотря, как вам подходит, сколько вам лет, и как все это на вас гармонично сидит. Хороша такая юбка с запахом. Она подойдет практически для всех фигур. Только имеет значение разрез какой высоты. Для узких бедер она скрывает, что слишком узкие бедра. А для широких бедер она, наоборот, скрывает, что широкие бедра. Поэтому она просто гениальна. При такой юбке лучше носить или миди, или чуть слегка мини. Еще одна такая деталь. Юбка с запахом, не должна быть много деталей, потому что уже одна ткань, находящая на другую из-за разреза, из-за запаха, это уже создает объем, создает уже такую драпировку, поэтому слишком много тогда это будет всего. Очень важен пропорция, то есть высота голенища и длина вашей юбки. В выборе голенища юбка в сочетании с сапогами или ботинками может выглядеть непропорционально и уродовать вашу фигуру. Несколько советов. Ботильоны выбирайте не выше щиколотки. В обратном случае они укоротят вашу ножку. Паги или ботфорты должны доходить до самого верха вашей юбки и даже выше. Еще особенно если в тотал-луке, вы еще удлините больше ваш силуэт, и ваши ножки будут казаться еще длиннее. Стиль преппи. Стиль преппи. Преппи пришел к нам из 80-х годов, из Америки. Это сочетание касуал с более романтическим стилем. Стиль преппи сочетать может быть деловой стиль
и касуал, смарт-касуал. Стиль сочетает в себе комфорт, элегантность. Очень был популярен среди золотой молодежи. Сейчас он опять возвратился. Сочетать этот стиль. Этот стиль сочетаем, например, белая мужская рубашка и юбка из твида. Или, например, свитшорт и юбка, опять же, может, твида, шерсть и так далее. Или свитшорт, пуловер, объемный пуловер, оверсайз может быть, и прямая юбка из очень хорошего драпа. Вот и закончилось мое видео о юбке-карандаше. Универсальные вещи, которые, мне кажется, должна быть или есть в шкафу каждой модницы и просто женщины любого возраста. Не забывайте ставить лайк за мою работу, подписывайтесь, будет только лучше. С вами была Эрика Клаус из Берлина. Пока, мои дорогие, пока!